Колыване на озере Каменное почти на миллион стало больше водных обитателей. Туда запустили мальков муксуна. В Колыване на берегу озера Каменное высадился экологический десант из Новосибирска. Гости не с пустыми руками. В этих мешках миллион мальков муксуна. Традиция такая, чтобы велась рыба, люди занимались добрым делом. Надо перекрестить, сказать, с Богом. Одни глаза и хвостики, зато через 2 года это будут полноценные особи. Несколько месяцев им предстоит жить в этом замкнутом водоеме. Поэтому мальков не смогут съесть хищники. Специалисты говорят, здесь хорошая среда для обитания краснокнижного муксуна. Однако все равно выжить удастся не всем. В этом водоеме практически не должно быть хищника, то есть личинка будет сохраняться. Отход личинки может быть по каким-то естественным условиям, может быть слабенькая была. В принципе, сейчас здесь температура воды повысилась, растительность здесь хорошая, кормовая база здесь должна быть хорошая, то есть личинка должна хорошо развиваться, быстро расти. Прежде чем этот муксун вырастет, он пройдет очень большой путь. Летом их выпустят в реку Чаус. Потом они поплывут в Обь. Там они будут расти, нагуливать вес и лет через 5 вернутся обратно на нерест. Кстати, этим малькам здесь не будет одиноко. Совсем скоро к ним запустят еще и личинки Нельмы.